Югорских работодателей призывают отправить сотрудников на удаленку. На дистанционный режим работы с понедельника должно выйти максимальное количество бюджетников. Наталья Комарова на заседании правительства особо подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Югре остается сложной. Коронавирус активно распространяется среди молодежи. Часто болезнь протекает довольно тяжело. В таких обстоятельствах необходимо неукоснительное выполнение всех принятых правил и протоколов по противодействию распространению COVID-19.